нас бизнес как по-русски или по-белорусски, по-славянски? Продал и смылся, да, и забыл, да? Посол Белоруссии спрашивает партнеров своей страны, а почему они мало занимаются обслуживанием тракторов в Хакасии. С продажами тоже не все гладко. Упрек получили и белорусские торговые представители. Владимир Семашко привез с собой большую делегацию. Тут и продавцы БелАЗов, и лифтов, и автобусов МАЗ. Западный сосед готов участвовать в любых проектах. Белорусы узнали, что у нас будет стройка дороги Абакан-Бийск, и предложили услуги своих дорожников. Посол посмотрел в Абакане на новый микрорайон Арбан и показал на проектировщика городских районов. Семашко взял с собой и такого специалиста. Это не первый визит белорусов в Хакасию. Мы сотрудничаем 3 года. Подписывается договор на поставку тракторов МТЗ для общества с ограниченной ответственностью «Союз». 52 трактора купит дилер в Хакасии. Посол хотел бы продавать больше и предлагает совместный проект развития. Это когда на бумаге прописано, сколько техники и какой купит Хакасия. Губернатор обещал подумать. 70% своего ВВП, а в ВВП входят и товары, и продовольственные, и продовольственные, и услуги, и так далее, да, мы должны уметь продать на экспорт. Поэтому для того, чтобы двигать свой товар и свои услуги на экспорт, мы создали целую систему поддержки.